Всех приветствую на моем канале. Сегодня хочу показать, заказал семена медоносных растений для пчел. Хочу их рассадить на территории и за территорией. Вот у меня список. Вот донник желтый. Такие семена. Так, потом вот донник белый. А то в прошлом году очень мало было взятка, тоже то не было. Люцерна синяя гибридная. Тоже попробуем посадить. Вот это универсальный газон. Такие семена. Здесь написано, что она морозов не боится, засухи тоже. Вот такая. Расторопша пятнистая. Семена у нас. Расторопша пятнистая. Вот порвался пакет внутри. Поставили такой. Так, что это у нас? Клевер. Вот такие семена. Интересно. Ползучий белый. Ползучий белый. Оба пакета ползучих белых. И наша гречиха. Вот такая. От нее тоже очень много меда бывает.